Добрый день! Рождество и Новый год – это самое время, чтобы дарить подарки. Сегодня у нас в гостях Степан. Степан, расскажи, пожалуйста, о концепции рождественской кампании Telia. В этом году рождественская кампания Telia говорит о том, что и не забыть подарок и себе. То есть, когда ты покупаешь кому-то подарок, Telia предлагает из выбора подарок сделать и тебе. А расскажи, пожалуйста, о конкретных предложениях, конкретных товарах, которые участвуют в этой кампании. В этом году у нас очень интересные предложения. Выбрали товары, которые наиболее людям подходящие, как мы считаем. Из выбора у нас есть продукция Apple, iPhone XR, допустим, 10R, и Samsung, Apple MacBook, OnePlus также там находится. И достаточно широкий выбор. Также можно найти и компьютеры, то есть лаптопы. Расскажи, пожалуйста, какие скидки действуют вместе с рождественскими предложениями? Скидки на товары идут до 150 евро. И также можно получить дополнительную скидку с мобильной жизнью до 100 евро. Но, тем не менее, Рождество – это время дарить подарки. И какие подарки могут получить клиенты Telia, если приобретут товары? В выборе 5 подарков. Из них, что мне лично понравилось, это мячик-робот, который можно программировать, можно с ним играть. Это хорошо и детям, и также взрослым. Что еще интересного? Наушники, монитор активности. И можете еще сами посмотреть подробнее. А где можно узнать больше информации о том, какие скидки и какие специальные предложения есть у Telia? Самый лучший способ – это зайти на сайт telia.ee/yolud. Или можно обратиться в обслуживание Telia.